Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень полезной краске для волос, а точнее о средстве, которое есть только в магазине Lush. Что это такое? Это хна. Но не просто хна, а в составе с маслом какао, индиго, молотым кофе, свежим органическим лимонным соком, порошком водорослей, ирландским мхом, маслом из гвоздичных почек и так далее. То есть там огромное-огромное количество различных травяных добавочек и очень полезных вещей для волос. Выглядит это вот таким брикетиком, как видите, я уже им воспользовалась. В данном случае у меня вариант каштановой хны. В магазинах Lush вы можете найти различные оттенки этой хны. Вот такого кусочка, то есть вот такого маленького треугольничка, мне достаточно для того, чтобы покрасить мои волосы и брови. Сейчас расскажу вам, как я это делаю. Натираю эту хну на крупной терке. Добавляю пару столовых ложек обычного свежесмолотого кофе. Все перемешиваю и заливаю кипятком. Затем аккуратно распределяю по всей длине волос и особенно на корни. Кстати, это средство прекрасно убирает седые волосы, если они у вас есть. Наносить эту массу лучше в горячем виде. Кофе я добавляю в качестве дополнительного тонизатора для роста волос, а также для того, чтобы добавить цвету глубины и яркости. Далее выдерживаю на волосах примерно час или два. Затем аккуратно смываю все это в душе и промываю немного шампунем. Волосы приобретают невероятную мягкость, яркий, прекрасный, очень насыщенный цвет, а главное, друзья, это потрясающая полезная маска для волос, а совсем не краска. Что ж, пробуйте сами. Я буду рада, если это видео будет полезным для вас. Желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!